Наш учредитель – Департамент спорта и туризма города Москвы. Вместе к новым победам! Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия «Чертаново». «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку. Наш партнер – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». Мне кажется, получился неплохой матч. Именно по качеству игры с обеих сторон. Я думаю, зрителям понравилось. Ну, то, что так сложилось, мы реализовали те моменты, которые, в принципе, мы создавали. Еще раз, я доволен качеством игры, именно прежде всего команды. Да, были ошибки определенные, но в целом очень даже неплохо. Желаю ребятам сохранять определенный уровень и не падать ниже него. Своим ребятам? Обязательно. Команде Чертанова я могу пожелать только удачи, потому что я знаю неплохо тренера Дениса Владимировича. И знаю его как хорошего человека и очень прекрасного специалиста. От души желаю ему удачи. Потому что молодые ребята, и я думаю, достаточно тяжело. Потому что нужны опытные футболисты, чтобы они росли быстрее. А так от души желаю вообще всему клубу Чертанова удачи. И прогресс молодым футболистам, дай Бог, достигать больших высот. Благодарен вообще всему тренерскому коллективу нашему, особенно своему помощнику Андрею Прошину, потому что это психологическая поддержка, потому что мы в непростой ситуации пришли, наверное. Не то, что пришли, такое было принято решение. И поэтому благодарен ребятам за определенное понимание, потому что мы пришли, когда команда находилась, к сожалению, внизу турнирной таблицы. И только благодаря тому, что они объединились с определенной целью, мне кажется, и вообще клуб в целом, да. То есть все работники клуба, я думаю, какой-то результат поэтому и получается сейчас, дай Бог, чтобы он длился дальше. Эта победа, я считаю, что не бывает так, что там тренер один или там еще кто-то решает. Это общая победа, в моем понимании. Каждый выполняет свою работу на своем месте, качественно, вот и все.